Сообщение о пожаре поступило на пункт связи ПЧ номер 64 без 15.3. На место происшествия немедленно выехал пожарный расчет. По прибытию на место пожара сотрудников ПЧ 64 было обнаружено, что из-под крыши дома идет густой дым. Значит, о помощи никто не просил. Были демонтированы входные двери дома. Проникнув в дом, сотрудники МЧС обнаружили тела хозяев, пожилой супружеской пары. По-видимому, в момент возгорания они спали и проснулись только, когда огонь охватил большую площадь и отрезал им пути к выходу. Предварительная причина пожара, значит, неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования. По данному факту пожара проводится проверка. По результатам проверки материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Сергей Голубев, Артем Рюхачев, новости Юго-Востока, Бугульма. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».